заселились опять в Лорд Кришну. Сижу, монтирую видео. Опять, конечно, тут бардак устроила свой любимый. Вот. И загружаю видео. Удивительно, что в Лорде Кришне такой быстрый интернет, что мне дома мне нужно в Путапарте на получасовой, там 30 минут, мне надо 30 часов, чтобы загрузить. Здесь 30 минут загрузился за час. Поэтому я сейчас дальше загружаю все видео. И чтобы не вытаскивать вот этот ключ вместе с этой штучкой, когда вытащишь эту штучку, отключается все электричество. А мне надо, у них электричество, интернет через электричество. Я сейчас вот с этого колечка сниму ключик, уйду на улицу с ключом, а электричество останется включенным. Это меня так научили недавно. Вот столько лет путешествую, не знала, что можно так схитрить. У меня никогда не получалось оставить загружать, уходя. Так что вот буду хитрить, буду продолжать загружать. Упс, готово. Ну как здесь классненько. Ненадолго, я его люблю, Main Bazaar. День, два, три. Папа камин. I going already. I rest now. You go. Ah, you rest? Okay. Yeah, yeah. I out key, but not out this, because no, I need electric. I know. Power. Okay, rest, darling. Don't stop my computer, okay? No. Чего это? Ты уже не студентка. Who are you? Нет. Я знаю эту девочку. Я уже говорила про нее 100 раз, и Саши про нее говорил. Он ее знает 20 лет. Якобы студентка. Теперь она уже не студентка. Приносит, показывает денежки. На что там она собирает? Освобождение Сомали или чего? Но раньше она якобы себе на учебу зарабатывала таким образом. Ну, конечно, она не училась. Просто такое миловидное личико. А мне надо купить бандану. И длинная платьюшка. Даже пару бандан, но такая, чтобы была хлопковая и тонкая, как на Гуа продаются. Есть ли тут такие? Вроде как-то покупала. А то очень жарко. Мне без банданы совсем печет. Good making. Так, вот нашла себе такие банданочки. А вот они настоящие хлопковые, маленькие. This is cotton. Yes. Yeah? Uh-huh. What is this? This is I explain my friends. Yes. What I buying? This is about my shopping. This is camera? Да. Нашла тут тоже все по 100, такие хорошие штучки, прямо вот не знаю, может быть, такие маки купить. Я купила уже хорошую блузку себе. Она хорошая. Да, я понимаю. Белую блузочку купила хорошую. Да, я вижу. I like this material. Yes, cotton. This is also proper. Yes. У него тут все такое чудненькое, все там платьишки распродажи по 100 рупий, по 150 рупий, а вот юбки по 100, но у меня... Даже вот такие вот по 100. Такие по 100. Нет, мне вот все маки нравятся. Подожди немного. Сейчас, дай я подумаю. Ты меня не дави своей красотой, потому что я и так женщина слабая. Меня муж шопингом заразил. Вдвоем на меня давят. Говорю, я и так женщина слабая, они вдвоем на меня давят. Муж не пошел со мной на шопинг. Да я в своем секонде, когда работала, я и там-то была на тряпке, особенно хлопок. Вот здесь вот хорошая вышивочка. Шитье замечательное. Да, я бы что-нибудь переделала, была бы у меня машинка швейная. Big, big. Big size.
Хорошо, ну ладно, давай, я уже у тебя купила, потом. Сим когда на сим. Купила такую белую блузку, размахайку. Вообще-то иду за платьем, за белым. А купила вот такую блузку у него с шитьем. Буду как колокольчик. Вот такие-то. Оно, конечно, все цвет-то уползает, потом лезет. И вообще я люблю посветлее. Но мне нужна какая-то такая длинная, простая. Вон из этих, из платков сшита, из двух платков. Нормально. Что ж, дело тяжелое. Шопинг дело тяжелое, и муж мне не помог. Нет, не надо мне рикшу. А муж сказал, иди шопся сам, сама. Нет, сейчас, подожди. Не-не-не, такие не хочу. Я хочу совсем простые, похожие прямо на ночнушки. Вот такие вот балахоны домашние. Вот такой и хочу, кстати. Купила это платьишко в горошек. 250 просили. Я за 200 попросила. Внутри не обработано, швы не обработаны никаким зигзагом. Меня, конечно, это как технолога швейного производства просто убивает такая простота. Ну, что делать? Вот этот магазин с серьгами, они не разрешают снимать. Тут серьги по 50, по 75 рупий. Мне нравится. Я тут обычно шоплюсь сразу ко всем своим нарядам. Но сейчас выключу камеру и зайду к ним. Так, что еще? Может быть, шлепки какие-нибудь? Да, нет, у меня уже трое. Мне ничего не нужно. Банданы только нужны были. Бандану купила. 5 бандан. Не знаю, почему они запрещают там снимать. Там так прикольно. Вот такие вот я купила гвоздики. Все время они что-то покупаю. Но обычно больше. Сегодня я молодец. Сегодня я держала себя в руках. 75 рупий вот это стоит. Упаковано красиво. И не похоже на 75, на такое старинное, дорогое украшение. Мы однажды были в Джайпуре у брата Саши. Там есть ювелирный магазин такой дорогого вида, хороший такой. Я была в таких похожих на это серьгах за 50 рупий с таким большим зеленым чем-то искрящимся внутри. Этот брат ювелир никак не мог понять, что это там. Спросил даже в конце меня, а что за камень такой у тебя? Я говорю, пластмасса. Давай. Или стекло, что там было такое. В общем, он думал, наверное, что я приехала с каким-нибудь русским камнем. Уваровит. Вот похоже на уваровит, да. На зеленый. Уральский камень такой красивый. Уваровит. Вообще изумительно были сделаны эти серьги. Где-то они у меня есть. Я только складываю, покупаю да складываю. Все, жара, надо идти прятаться. Наш друг Шифрас. Hi, people. Очень хороший. Yes, yes. Not everybody understand from beginning. He's not married. А он не женат. Молодой, свободный, красивый парень. Да. Да, yes, I tell like this. Да, замечательный. Are you ready marriage for a woman or only Indian? Почему difficult? Why difficult? Because he's more international mind. My son sent me message. Maybe you will find me Indian girl.
For him? For him. He will be sorry later. Young generation, they are very clever. Сын мой написал, может, ты мне индианочку найдешь. А Саши говорит, он быстро пожалеет. Миско жарится. Are you eat meat? Sometime eat? Not every day? No, no, one time. In the week, in the week. Но это у них считается много, когда один раз в неделю едят мясо, это уже считается много. У нас считается, что этот бедный человек постится раз в неделю, голодает прямо без мяса. Can we buy a cold soda? Cold soda. Only plastic, plastic, okay? Not here, there, plastic.